Певица Максим и группа Infinity получат компенсацию за нелегальное распространение их композиций. Такое решение принял суд, частично удовлетворив иск музыкальной компании к самой популярной в России социальной сети. Речь идет о 200 тысячах рублей за нарушение авторских прав. Истцы настаивали, что именно соцсеть, а не ее пользователи, должны нести ответственность за нелегальные аудиозаписи и принимать меры, чтобы предупредить подобные нарушения. Кстати, 12 февраля в концертном зале Крокус Сити Холл состоится большой, единственный и долгожданный сольный концерт певицы Максим в Москве. Начало в 19:00, билеты уже в продаже в кассах Крокус Сити Холл, а также на сайте концерт.ру и по телефону 644-22-22.